Самый, пожалуй, странный портрет Петра I хранится во французском городе Шантии. Автор портрета – художник Николя Ланье. На этом портрете российский император совершенно не похож на себя, вернее, на образ, созданный другими художниками. Седые кустистые брови, небольшие глаза, мясистый нос, пухлые щеки, редкие усы – полная противоположность классических портретов Петра I. А кафтан и меховая шапка напоминают скорее одеяние купца, но не монарха. В молодости Петр I ездил во Францию. Теоретически он мог бы позировать французскому художнику, однако то, что на этом портрете действительно изображен Петр Великий, маловероятно.